Мы переместили часть сил в Чайна-таун, чтобы взять этот район под контроль. Наш патруль наткнулся на чистильщиков, которые что-то делали под землей. Я сказал, ребята, мне лезть туда без прикрытия, но на связь с тех пор они не выходят. Надо высылать подмогу. Мы займемся. Замечена позиция под охраной противника. Под охраной противника. Замечен особо опасный вражеский патруль. Меня кто-нибудь слышит? Ответьте. Стеф, это Пол Росс, мы тебя слышим. А где ты сейчас находишься? Пол, слава богу, я спряталась в супермаркете на нижнем этаже. Держись, подмога уже в пути. Агент, пожалуйста, помоги Стеф. Ее к такому не готовили. Еще два. Не упустите этих крэш. Это был Томас. Ублюдок сжег его заживо. Будем надеяться, Стеф и Петр еще живы.
Скорее, агент. Чистильщики шли через этот сектор и сжигали все на своем пути. Томас погиб, но Петра, кажется, еще жива. Надо найти ее и вытащить отсюда. Мы по уши в дерьме, но надежда еще есть. Сделай все, что в твоих силах. Когда пошел этот замес, люди взяли за правило запирать за собой каждую дверь. Но ты у нас смышленый агент. Ты найдешь, откуда прострелить замок.
приближается противник. Не подпускай к Стеф этих психов. Получен запрос помощи. Дайте перезарядить! Отвечает, но может она еще там. Личность установлена. Петра Дарм. Стеф, мне же. Нет. За что? Они же не зараженные. За что их сжигать? Агент, зачисти это место, чтобы людей тут больше не сжигали. Я тебя не боюсь!
Они же просто убивают людей. Как они потом живут с этим? Мне жаль, что мы не смогли спасти остальных. Я пришлю отряд, чтобы зачистили сектор и забрали тела. Хорошо, что хоть ее удалось спасти. Спасибо. Рядом замечена позиция под охраной противника.